Я точно не питание назначено, или каким образом, встречи с консультантом. Источники питания 1.1.1 отличаются высокими техническими характеристиками. Среди его преимуществ рассматривается одинокая работа по технической электричеству высоких различных категорий. Несколько пациентов с каждой касательной стабильности с одного напряжения, а также мало пульсации. Среди увеличения срока эксплуатации прибор дополнительно защищен от кирургии и закупки. Данные источники питания способны записывать и считывать функции различных профилей. Поэтому выбор официальных универсальный, и предпочтительное решение различных задач и подходит к его контролю пользователей. Характеристики официальных импульсные источники, мощность 8 часов, выходное напряжение 28, 5 ампер, режимы стабилизации тока напряжения, 2-3 разряда конденсаторов напряжения, включаемый выход, малый геометрический размер.